17-летний Архип Глушко вывел в свет новую избранницу. Пара появилась вместе на премьере фильма «Конец сезона» в московском кинотеатре. Сын 46-летней Наташи Королевой и 49-летнего Сергея Глушко расстался с Марией Слугиной в октябре. Поводом для разрыва после полугодовалого романа стали измены экс-участницы «Дома-2». Архип недолго оставался в одиночестве. Он начал встречаться с Лизой Наринской, дочерью концертного директора своей мамы. Наследник звездной пары успел поделиться нежными кадрами с новой избранницей в Instagram Stories. Влюбленные обнимались в кафе. «Нас ждет что-то интересное», — написала Лиза. На премьерном показе фильма молодые люди появились вместе со своими мамами. Компания веселилась и вела себя раскованно. Многие подозревали, что сын певицы расстался с бывшей участницей телестройки из-за разницы в возрасте, но причина оказалась не в этом. Ранее экс-возлюбленная Архипа Глушко резко ответила хейтерам.